Напомню, что у меня есть YouTube канал, куда я дублирую все свои новые видео, чтобы вы смотрели их без лагов. Здорово, народ! У микрофона я, Никита Стриж, это новый ролик на проекте Amazing Online. В этом ролике мы с моими коллегами из ФСБ будем наказывать быдло и неадеквата, который пытался грабить работяг Ведова и который неоднократно пытался от нас уехать. И даже подловить на нарушение правил, чтобы нас откинула администрация. Но этого у него, увы, не получилось. Ну а я вас приглашаю играть вместе со мной на Amazing Online, вводите промокод Стриж и получайте приятные бонусы. Ну и всем приятного просмотра. Прямо он там грабить собрался или что? Да. Прижимаемся к обочине. А этого друга его? Не видел. Прижимаемся, по колесам стрелять будем. Давай по колесам, пока не ехал отсюда. Если у тебя есть чем. Врезался, опасно ездить. Ебать. Ну конечно. Догоняй, я на машине сейчас подъеду. В сторону домов бежит один. В сторону домов один бежит, я за ним поехал. Ну он сейчас ливнет, скорее всего. Я сейчас, ну... Он сейчас побегает и ливнет. Типа, ну а какой смысл ты бегаешь? Лучше сразу ливни, пока у тебя чейза нет. Ой, блять, куда вот он побежал тут нахуй? Что за хуйня? Куда он делся? Да я все, походу, потерял. А, нет, вижу. 1.04. Да он такой, да, марафонец. Он самокат взял. Да, как перелезть? Подожди. Если вы думаете, это все, и мы их потеряли, но нет. Мы их нашли на другой машине, когда они выезжали со спавна своей же фракции. Прижимаемся к обочине. Потому что вы уезжали. От нас. Ну, не вы, а, по крайней мере, водитель. Да нет, не путаем. Прижимаемся к обочине. Водителя, да, 743-081. К обочине, я знаю, как я прижимаюсь, это мне требование сотрудников ФСБ. Я вступляю в свое положение, водитель. К обочине говорю. К обочине, что не ясно. К обочине прижимаемся, водитель. Что не ясно. Прижимаемся к обочине. К обочине, говорю. Работает ФСБ, выходит с транспортного средства. К обочине, я договариваюсь, прижимаемся, закрытое требование, последнее. Останавливайся. Не уступляй свое положение, выходи с транспортного средства. С транспортного средства выходим. Ты сука. С транспортного средства уходим, покидаем транспортное средство. Рабочий, право. Устанавливайте. Опа, на человека наехали, смотри. Чуть не сбили его. Ты зачем по мне стреляешь? Смотри. Вы только что мотоциклиста не сбили, останавливаемся, говорю. Информация, так он сам врезался. Вы его чуть не сбили. Пофиг. Боже, блять, какие клоуны. Вы заметили, да, как он специально ехал медленно и старался не нарушать во время погони ПДД, чтобы спровоцировать нас на то, чтобы мы начали его специально таранить, когда он пишет на нас в репорт. Ну, вернее, не он, а его дружочек, который сидит с ним рядом. Естественно, мы его потеряли и во второй раз, но на третий уже мы его поймали. Кто там на Тесле был? Мы сейчас тут выезжаем на центральную улицу, в сторону, проезжаем сейчас в сторону, как на батарею ехать. Останавливаемся, ПМВ! От дороги на ватере налево повернули, в сторону также русской мафии едем. Загибали вот эти пингующие, нахуй, это просто невозможно. Yeah.
Вот так и было наказано неадекватное быдло на дороге с помощью гаишников, которые вовремя оказали нам поддержку. Огромное им за это спасибо, и я, честно говоря, даже доволен тем результатом, что мы сделали, даже несмотря на то, что он не сел в тюрьму, хотя это тоже было бы очень хорошо. Ну а на этом ролик подошел к концу. Если вам нравятся такие погони, вот такую приятную музыку, то обязательно пишите комментарий, делать ли подобные ролики почаще, или делать ролики, как в прошлых форматах, где происходят различные ситуации. Обязательно, повторяюсь еще раз, обязательно играйте вместе на Amazing Online, ведь здесь происходит много чего интересного, и вы получите дозу эндорфина, кофеина и адреналина от игры на этом проекте. И также вводите мой промокод STRIJH, который дает вам приятные бонусы, и приходите играть к нам во фракцию ФСБ. Конечно, это получится не у всех, но у кого получится, я всех жду, будем играть вместе. Ну а микрофоны был я, Никита STRIJH, и всем пока-пока.